хотели знать мое мнение по поводу кудахтания этой Рамоны, давайте сначала поговорим о вас, о том, что вы пишете в комментариях в нашей группе. Так был комментарий. Женский матч слабый, конечно, обидно, что Катрин кроме жопы собственной показать больше нечего. Ну, простите, пожалуйста, у меня еще глаза красивые есть. Пишет у нас Александра, вот это классно, Катрин тащит. Владислав пишет, Катрин лучше, я за Катрин. Дмитрий пишет, Катринка лучше. Это, конечно, все очень мило, но мне это не нужно. Вы все-таки не красивые и не гламурные, и вообще не Шанель. У некоторых из вас, конечно, хватает мозгов на то, чтобы болеть за меня. Но некоторые лишены и этого и болеют за Рамону. Рамона, ты ведь понимаешь, что в субботу выиграю я. Я выйду в финал турнира, я выиграю этот турнир, и я стану чемпионкой НФР. А о тебе просто все забудут. Поэтому советую тебе хвататься за поддержку твоих фанатов, потому что в субботу ты лишишься их.